берем тесто, раз. На самый пол под платок, чтобы тесто хорошо скользило, не припало к столу. Берем плавными движениями, грубо разминаем тесто. Берем и делаем плавными движениями, выжимаем камки, бортик, чтобы у нас потом сыр не вытекал, то есть соус не вытекал из-за края пиццы. Разминаем до такого состояния, чтобы ладошка помещалась. Вот ладошка у нас поместилась, берем, делаем такие, разбиваем серединку, чтобы она расплылась по столу. Плавными движениями растягиваем тесто немножко дальше. Теперь берем, немножко растягиваем вот так, оттягиваем немножко края. Делаем маленький. Она в полете бывает, не бывает, а вот в основном она растягивается дальше. И вот пицца раскаталась где-то, в полете у нас где-то 30 сантиметров. Немножко протянем ее, она тесто стягивается. И вот у нас основа. Берем сливки, выливаем там 30. Потом берем ложечкой и специально плавное движение по кругу размазываем. Теперь берем грушу. Раскладываем по кругу, тоже не заходя за бортики. Берем вот под аспиратор, рукой немножко, чтобы нарисовало тесто лопатой. Насаживаем тесто на лопату. Уже сейчас смородина. Даем немножко зимнего тепла.